Вы смотрите канал улицы Москвы. Мы снова в коммунарке, у нас снова довольно хмурая погодка. В этом выпуске прогуляемся по улице, названной в честь норвежского композитора Эдварда Грига. Улица совсем недавно получила свое название, и мне что-то так сдается, что ее пролоббировала девелоперская группа А101, которая активно застраивает коммунарку. И здесь вот появляется большой жилой микрорайон под названием Скандинавия. Ну а Норвегия, как всем известно, частью Скандинавии является. Здесь на этой улице даже пока что не установили освещение, и улица заканчивается в тупике. Так, вот там у нас сзади улица Александры Монаховой. Наверное, главная улица микрорайона Коммунарка. А эта улица, повторюсь, совсем-совсем новая. В прошлом году только получившая свое название. Ну, даже освещение не установили еще пока что здесь. Ну, дома, мне кажется, тоже вот эти относятся к ЖК Скандинавия. Они еще не сданы. Но многие дома уже сданы. Вот мы были на Скандинавском бульваре, который тоже неподалеку здесь проходит. Но здесь вот получается край микрорайона Коммунарка. Там уже дальше мы видим лес. Вот эти дома также относятся к Скандинавии. Там уже видим благоустройство чуть дальше. Сейчас мы дойдем до туда. Ну, такое типичное благоустройство для нового времени, где газоны сменяются разнотравием, чтобы быть ближе к природе. Ну да, здесь уже вот так приятненько. Здесь протекает еще речка. Вот посмотрите.
Не знаю, та это или нет, которая вот на Скандинавском бульваре. Возможно, да, та же самая. Так, адрес. Ага, ну да, вот Скандинавский бульвар 2 вот этого дома. Ну, в общем, такой вот жилой микрорайончик в Скандинавии. Пойдем сейчас подальше туда, пройдем, посмотрим, куда у нас упирается на данный момент улица Эдварда Грига. Там вот похоже, что пока что она заканчивается. Этот дом вот только-только, наверное, сдан. Тут висит плакат, что и школа будет построена. В общем, полноценная инфраструктура для жизни. Так, вот мы сейчас зашли до конца этой дорожки. У нас поворот налево, мы видим. Это, возможно, уже относится к Скандинавскому бульвару, но это не точно. Ну, в общем, в любом случае он тут в окрестностях где-то проходит. Мы на нем уже были, шли с улицы Липовый парк. А сейчас будем закругляться тогда.